Турция готова оказать Боснии и Герцеговине любую возможную помощь для преодоления внутриполитических конфликтов. Об этом заявлено в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сараево. Боснийская столица – первая остановка в маршруте многодневного балканского турне турецкого лидера. Среди прочего, Эрдоган призвал обеспечить прозрачность и честность парламентских выборов, которые должны состояться в Боснии через месяц. После Сараева Эрдоган отправится в Хорватию, а также в Сербию. Там турецкий президент будет обсуждать и косовский вопрос, особенно на фоне недавнего нового конфликта из-за автомобильных номеров, и экономическое сотрудничество. Сербия – одна из самых привлекательных балканских стран для турецких инвесторов. Ne dedim, vakti saati geldiğinde teknoloji...